Я. За скільки мені лукають 30 метрів? Вони? Так, розгляд. Ні, ну так, так близько, щоб тут обстрілювали, я не пам'ятаю. Не попало мені. Ні разу так бачу. Вот это, запомни вот это место, вот отсюда снимали, как обстреливали минометом вот это здание. Есть в интернете видео. Именно да, вот это, именно отсюда ребята снимали, как минами вот это все разбили. Охереть! Ебать! Фейерверк! Прямо в дорогу сюда! Пидорас! Да ты хоть вперед, влево, дорога и не портит! Да, дела. Здесь дело не мини-град, а максимум град. Жопный, да? Жопный максимум град. Что, передайте в Питер, скажи, мы уже охватим, блин. Летит! Ебануться. Васька, ты снимай, ну глянь, как этот, ёпта. Да ёбаный в рот, ну что ты? Летит! О, ебать, колодец, мудаки! Все, пацаны, воды нет! Не, люди! Скажи, что мы придем, будем его в очко ебать. Шомполом! Летит! Вот что бить, мягкая полиция, блядь. Я все-таки не сказал, мы фигму. Бля, ну прям в колодец, ну это издевательство, пиздец, беспредел. Ого! Ебать, в хату, ебануться! Пацаны, алло, за все ближе и ближе. Да, прям в хату. Охуеть. От первой хати же выйдет? Да. От первой, вторая вроде там уже приехали. Пизда, блядь. Вон, смотри, оттуда ж. Да. Это выстрел. Сейчас надо быть. Может быть и разрыв. Может и разрыв. Вот так люди, наши пацаны тут живут. Лицо можно снимать? Все. Ну, и часто так обстреливают? Ну, бывает часто. Я в сторону. Бывает часто, бывает не. Как коли? Блин, ну так... Ну, це я не знаю, це десь... Пошло днів 4 назад, 3, як було обстріли. Опа! Это выстрел, да? О! Это Д. Так, вот это надо... На. Там? Вон, да, вон дым пешом. Ни хера себе. Дві дуже близько лягло міни. Це тут. Да. Так близько я ще не это. Ну реально рядом. Лиза ж можна знімати? Андрюха, ну ніхера себе так рядом. Ніхера себе. Та ти хотів їхати. А я хотів туди поїхати ще, ніхера себе. Не судьба. Так хіба, що ось мусимо землю дати. Слышь, дружик, розкажи, що там вчора було. Що було? Стріляв. Не можна розказувати, я на дайні. Война? Ні, ну розкажи. Це що, танчик їбашу? Танчик по нам їбашу? А оце зараз що було? Міномет? Міномет? Бля, ніхера собі. Нічого. То таке, блядь, як цей фейерверк.
Шнайдер пристреливается. Только что два упало минометных снарядика. Мина. Мина, да? Ну, мина 120. Это разрыв был? Да. Ну, такие возложистые, возлегаются. Да, да я лицо не снимаю. Тоже разрыв. А, ящики уже, ступеньки убрали, а что, наверх не поднимаетесь уже? А что ящики разобрали или? А. Вони по тих же координатах більше раніше били. Що? Вони теж раніше били, в них виходить. Там тако, коротше, звідти полоса йде, геть туди, така полосатка ціла, де мене пробивали. Ага. Опа, опять вистріл. Надо присісти. Ну нахер. Неізвісно куди воно прилетить. Та стрьомно, не знаєш, куди воно прилетить. Вон, пожалуйста. Вон прилетело. Это же осколки. Опа. Лучше в укрытии. Вроде был выстрел. О, видишь, прилетело. Я же сказал. Я же сказал. Надо слушать. Забыл еще. Ты не снимай, ты что? Да не, ноги, лиц нету. Я ж в курсе. А что смешно? Ты что? В общем, по нам сейчас працює миномет. Я ж говорю. Давай. Я не успел снять. Давай. И на большой скорости. Да ты шо? Эх, они серожи. Да ну. Сколько ездил? Первый раз попали. Адреналинчик нормальный, правда? Хулиганы, да? Классный кадр, как бы пацаны ехали назад. А смотри, да? Люди сразу же все исчезли. Сюда ехали люди, вот были. Да, ни хера не насыпают. Да? До Водинова тоже, знаешь, когда летают? Да.
так от водяни не брати внимання, як вони живуть. Пол водяного живе, пол водяного ні.